Ritsen, Ritsenbeen, sowieso noch die Skin oder den Kopf. Ja, ja. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided, President Biden tweeted. He thought he could outlast us. He was just plain wrong. 1 year later, here we stand together, united with the people of Ukraine. And this is the video with another recruitment of prisoners by the leader of the Wagner PMC, Prigozhin. According to him, PMC Wagner is a paramilitary organized crime group and is outside the law. They have their own code, which is different from the laws of Russia. Поэтому у нас за это время, пока мы были, собственно говоря, остаемся военизированной ОПГ с танками, самолетами, вертолетами и так далее, сложился определенный кодекс, который отличается от законов Российской Федерации, по которому мы живем на войне. В рамках этого кодекса есть три греха, за которые расстреливаем на месте. Грех номер один – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Все выполняют общую задачу. В этом залог успеха. Грех номер два – это алкоголь и наркотики. В зоне боевых действий строгий запрет на алкоголь любых количеств, на любые психотропные. Пока вы с нами, это все зона боевых действий. И грех номер три – это мародерка. Вы убиваете противника, и он ваш. Забирайте все, что угодно вместе с жизнью. Мирняк не трогаем. Сами к себе относимся с уважением, сохраняем свое лицо. Пальцы с кольцами не отрезаем, зубы золотые плоскогубцами не вынимаем. Сексуальные, насильственные отношения с мирняком не вступаем ни с женщинами, ни с мужчинами, ни с мелким крупным домашним скотом. In the second video, Prigozhin says, we need prisoners who have been convicted more than once, preferably those who have served more than 15 years, for murder or grievous bodily harm. We need your criminal talents. Понятно, что вы все молодцы, все нужны, но идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь элементов отпиздил, это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Сейчас этого делать не надо. Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десятку, прежде чем... In the third video, one prisoner asks, what are the prospects in the special military operation? Prigozhin replied, the prospects are not the best, so much is fucked up. We decided that the Ukrainians would be scared, but they have iron balls. Перспективы? Военных вообще СВО. Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было... Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешь? To understand the fourth video, we have to know that Russians are calling gays as offended and lowered. Prigozhin here says, we don't take lowered ones, so that it would be convenient for you to fight, respecting all jail concepts. For the offended, a specially trained colonel will come. Какие виды обиженных там, опущенных и так далее, чтобы вам было комфортно воевать в своем коллективе, уважая все понятия. Понятно, что обиженные тоже есть, кто хочет на войну. За ними приедет специально обученный полковник, который создает сейчас отдельную краснознаменную петушинную дивизию. Потому что
Я ради интереса неделю назад поинтересовался у военных, как там петухи воюют. Мне показали фотографии. В военной форме, с погонами. Стоят, принимают присягу в красной папочке. Все культурно. Я говорю, вы знаете, кто это такие? Они говорят, нет, говорят, воюют очень хорошо. Meanwhile, at European carnivals, in Germany, Belgium and Italy, they demonstrated their attitude towards the main criminal of the 21st century. At European Carnival in Italy, they also demonstrated their attitude towards the main criminal of the 21st century. Tutti voi, allora ci siamo, è iniziata l'operazione militare della Russia poco prima delle 6 del mattino. Il presidente Vladimir Putin ha annunciato l'avvio delle operazioni militari. Sono ore drammatiche queste che si stanno vivendo, anzi sono un paio d'ore neanche, è iniziato l'attacco. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.